Здравствуйте, дорогие друзья, и в этом видео мы с вами произведем закладку на стратификацию косточек лучи. У меня вот здесь есть небольшое количество косточек лучи. Я эту лучу собрал на заброшенном участке, который растет возле недалеко от моего дома. Здесь это бывшие, скажем так, частные участки, но они брошены, и вот на одном из них растут деревья алычи. Вот сейчас я вам на видео продемонстрирую, как я собирал ее, как она выглядит. Ну, так это она выглядит. Вот такая достаточно среднего размера, не очень крупная. Но очень вкусная. Сладкая, плотненькая. Да, транспортировка очень хорошо. Растет у нас здесь прямо рядом. Вот такая вот алыча, она, на удивление, она достаточно крупная, в принципе, размером. И очень сладкая, вкусная. Я решил взять, собрать косточек этой лучи и, соответственно, попробовать ее вырастить, чтобы такой вид лучи был у меня тоже, присутствовал в моей коллекции, скажем так, на участке. А сейчас я буду закладывать эти косточки на стратификацию. Для этого я буду использовать речной песок. Вот здесь вот, допустим, представлен в контейнере обычный речной песок, вот он желтого цвета. Каким образом определить влажность песка для закладки на стратификацию? Для этого я его увлажнил предварительно. После этого берем какую-то небольшую часть песка в руку и сжимаем в кулаке. Далее отпускаем. У нас получается вот такой комочек. Комочек с отпечатками наших пальцев и формы после того, как мы ее сжали. И вот как раз вот это вот форма, которую мы сделали, говорит о том, что влажность песка достаточная. Но при этом при нажатии на эту форму она легко, вот видите, рассыпается. То есть это как раз говорит о том, что влажность песка в данном случае оптимальная, да, для закладки косточек на стратификацию. Вот таким способом я пользуюсь уже несколько лет. И в принципе все как бы сходится и соответствует тому, как это должно быть. И влаги, которая здесь находится в этом песке, как раз хватает на примерно 3,5-4 месяца, то время, когда косточки находятся в контейнерах на стратификации. Ну что ж, а давайте приступим. Я сейчас вам покажу, каким образом я это делаю. Ну давайте приступим к закладке семян алычи. Берем песок, раскладываем его по дну контейнера. Таким образом слегка утрамбовываем, а далее раскладываем косточки. Вот так как они выглядят, такой формы, продолговатые, отличаются от косточек сливы. Сверху посыпаем. На этом все. Закрываем. И в таком виде убираем в холодильник. Да, только надо подписать. Я завершил закладку на стратификацию алычи. У меня получился вот такой вот небольшой контейнер. Он там продолговатенький, вы их видели, такие маленькие. Влезло достаточно много. Далее я перемещу этот контейнер в холодильник, где они продолжат свою стратификацию, будут уже находиться там до весны, это примерно 3,5-4 месяца. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!